Первая смена в ряде загородных лагерей стартует уже 1 июня. Но в столице республики в этот день большой праздник. В День защиты детей в Чебоксарах пройдет благотворительная акция «Стань первым». Подготовку обсудили сегодня в правительстве республики и в мэрии. Звездный десант Первого канала и цифрового телесемейства подарит множество сюрпризов. 1 июня столица Чувашии превратится в город детской мечты. Будет проведено 22 мероприятия на 17 площадках. Главными площадками станут парк 500-летия. Там в 9 утра выступит сводный детский хор, а в 10:30 начнется основная программа. Также Красная площадь и стадион Олимпийский. 10 часов. На стадионе Олимпийский неожиданным сюрпризом состоится у нас операция «Волшебник». Об этом уже много говорили. На вертолете прилетит ведущий Первого канала Леонид Якубович и угостит всех детей мороженым. Детали еще уточняются, в программу добавляются мероприятия. Так, сегодня стало известно, что в кадетском корпусе дети смогут встретиться с настоящими космонавтами. Вся информация на сайте столичной администрации под баннером «Стань первым». Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.